Привет-привет, мои хорошие, мои дорогие друзья, с вами Лилия Донскова. Сегодня распаковка огромного заказа от компании Siberian Wellness. Здесь заказы и для себя, и для друзей, и для семьи в целом. Так, покажу сначала, что у меня здесь в пакетике. Сейчас понесу клиентке, поэтому торопилась снять видео, чтобы вам показать, что она заказала. Итак, это эксфолиант для очищения пор. Открывать не буду, потому что запечатывается все вот так пленочкой. Что такое эксфолиант? Это как полировщик в виде скраба, пилинга, вот что-то такое невероятно приятное. По поводу аромата могу сказать, что нет, аромат не вкусный, прям чтобы ах сказать, как вкусно, нет. Но тут очень крутой состав. Я когда почитала состав, думаю, ого, как всего много классного и полезного для кожи. И когда я попробовала первый раз, то есть я пробовала на сухую кожу и на влажную кожу, и так очень понравилось, очень классно. Но что я могу вам сказать? Лицо свое не могу узнать. Мне кажется, у меня кожа преображается каждый день, потому что я сейчас постепенно перехожу на продукции Siberian Wellness, и я просто в восторге. У меня даже вот эта глубокая морщина, залом, потому что я все время сплю на этом боку, у меня вот тут заломы и вот тут. Даже этот залом начал проходить, а я пользуюсь сейчас как раз ампульным концентратом с бакучулином. Господи, там название какое-то сложное для меня, пока сложное. И как раз интеллектуальным кремом. И уже начала дневным кремом тоже пользоваться с пребиотиками. Мне очень нравится. Я, честно, не ожидала, но мне нравится, как выглядит моя кожа, мне нравится, какое лицо, оно становится как будто даже на ощупь плотнее, визуально моложе, разгладились даже глубокие мои носогубки. В общем-то, мне кажется, этот уход очень достоин внимания. Итак, эксфолиант. Прям рекомендую попробовать. Поры вообще практически незаметно, кожа гладкая, гладкая, дышит, очень приятно. А вот про этот пилинг энзимный я вам расскажу побольше, наверное, немножко. Когда я его увидела, здесь такая простая баночка, пластик прозрачный, и внутри гель, вот просто гель. Но я взяла, то ли мне нужно было что-то там взять на какую-то сумму чуть-чуть, думаю, да я попробую, он стоил в районе что-то около 300 рублей, всего-навсего. Думаю, да ладно, энзимный пилинг за 300 рублей, да это, наверное, какая-то будет ерунда. Взяла и положила, и тут мне звонит из команды девушка, и говорит, ты пробовала энзимный пилинг? Я говорю, нет, но я говорю, купила. Попробуй, я в шоке. Она мне говорит, я в шоке. Я говорю, а что ты в шоке? Она говорит, да я свое лицо не узнаю. Оно настолько гладкое, красивое. Я, говорит, сколько перепробовала разных продуктов, в том числе и в Oriflame, и дорогие пилинги. Равных этому я не видела. Слушайте, мне так стало любопытно, я тут же побежала, открыла коробочку, умылась, нанесла этот гель и смыла, по-моему, 10 минут его нужно подержать, 7-10 минут, и прям смыла, и что я обнаружила? Это нереальная гладкость, и очень заметно осветлились пигментные пятнышки, то есть их стало практически незаметно. Что мне больше всего понравилось, когда мы говорим про пилинги и про энзимные в том числе, да, и про любые, то у нас есть оговорочка, если вы завтра планируете быть на солнце или загорать, то пилинг делать нельзя, потому что обнажится кожа и большая вероятность, что вы покроетесь пигментацией. А здесь прям написано, что этот пилинг можно использовать в любое время года и даже летом, когда вы загораете, то есть это безопасно. То есть здесь, смотрите, сейчас скажу, экстракт граната, богатый полифенолами и витаминами, он уплотняет, увлажняет, тонизирует кожу, делает цвет лица свежим и ровным и не повышает фоточувствительность, подходит для чувствительной кожи. Recommendation, вот просто любовь. Отнесу сейчас Маргаритке, она не смогла выбрать, по-моему, какой ей взять, и взяла оба. Так, это ей отставляем. Далее, это фитосорбент. Вы знаете, фитосорбент есть в баночке, я, кстати, у меня было в заказе две баночки, я их уже отдала папе, отвезла и под заказ была, себе еще заказала. Итак, что такое фитосорбент? Вот именно в коробочке здесь вот таких пакетиков, по-моему, 10 пакетиков, да, 10 порций.
То есть 10 порций по 7,5 грамм. Вот я сегодня одну выпила. Высыпаете 150-200 миллилитров теплая водичка, высыпали, быстро размешали, чтобы не было комочков, превращается все в такую кисель, вот знаете, прямо разбухает такой густой кисель. Я даже воды еще добавляла немножечко, чтобы было комфортно пить. Выпиваете и прочищается. И фитосорбент, да, он берет все негативное, то, что есть в организме, было съедено, выпито и так далее. То есть это как бы такой детокс, очень классный детокс. Ну что еще про него сказать? Я заметила эффект сразу. Почему я решила его сегодня выпить? Мне вчера было очень некомфортно. Мы были на вечеринке, я заказала себе курочку, откусила, прожевала, проглотила и поняла, зря я это сделала. Я вернула это блюдо обратно. И у меня все время мысль такая была, как бы не отравиться, потому что было очень нехорошо. Хотя заведение было очень даже, так сказать, крутое. И поэтому я решила выпить сорбент. Надо было бы вчера это сделать, но я только сегодня вспомнила про него. Теперь буду пить сюда. И, кстати, один пакетик беру с собой в дорогу. Завтра уезжаю, улетаю в Узбекистан, поэтому вот один остался, возьму его с собой. Остальные папе отвезла. Сказала, папа, пробуй. Потому что папе это тоже нужно. Поехали дальше. О, сейчас мы с вами самое вкусное посмотрим сразу. Сейчас я найду еще одну. Вот. Знаете, я очень известный парфюмерный маньяк. Но я в каком плане маньяк? Я очень люблю ароматы, люблю разные. И я не могу остановиться, пока я не буду обладать всеми этими ароматами. Особенно если мне какой-то понравился, то я хочу им обладать прямо здесь и сейчас. И когда я стала знакомиться с ароматами от Siberian Wellness, то я, честно говоря, начала сначала, знаете, таких вот экзотических, типа тайга, потом денежные ароматы, единица, шестерка, девятка, я их все собрала. И тут вдруг я разнюхала. А вы знаете, когда их много, то мы теряемся, и, соответственно, искажается аромат. И когда я захожу в офис, в ЦОК так называется, то я сейчас нюхаю 2-3 аромата на бумажечку, и с собой их забираю. И потом выбираю, домой прихожу, уже заказываю. И вот таким образом я разнюхала несколько новых ароматов. Ну, первый аромат, расскажу вот про этот, он называется Fresh Fig Sparkling. Язык сломала. В общем-то, здесь в составе есть инжир. И, знаете, и мандарины. Я очень люблю цитрусовые ноты, но когда я его первый раз понюхала, он мне не понравился. И я подумала, ну, на фоне как-то других он смешался, и он так сильно выделялся, он такой яркий, он такой неординарный. И вот на что он похож? Как будто, знаете, вот гроза прошла, а перед этим скосили все. Или вот прошла все чистое, зеленое, и скосили газон. И вот такой яркий-яркий аромат, от которого вот просто хочется жить. Жить, дышать, прыгать, бегать. Он такой, знаете, прям улетный. Вот возьму с собой его, и вот этот в маленькие флакончики возьму с собой в путешествие. В жару это вот два аромата, которые идеально подходят на жару. И что я сделала? Я набрызгала себе на рукав, и вы знаете, меня этот аромат просто преследовал. И сначала он меня бесил, думаю, да что же его так много, почему он такой яркий? А потом, когда я на следующий день его стала дегустировать, тоже так нюхаю рукав и думаю, какой же он крутой! Просто из-за того, что я много-много намешала разных ароматов, я его тогда не поняла. Я поехала еще раз в ЦОК, еще раз его один прям подегустировала, набрызгала, ходила только с ним. И я поняла, что этот аромат – это просто любовь. Вот я вам рекомендую, уже сколько я им пользуюсь, вот он и он, видите, уже отлила, потому что коробка пришла раньше, и я все никак не могла снять видео. Но вот сейчас уже рассказывает. Поэтому это прям аромат любовь. А нуаж, это, конечно, интересная история тоже. Я бы никогда на него не обратила внимания, потому что он не яркий, он не из тех, вот, которые, как я люблю, да, какие-то селективные, там такие сложные. Он копия Лакоста. Вот копия просто. И я бы его не заметила. Но
приехала в гости Марина Царева, и мы как раз встречались. Марина, привет, будешь смотреть видео. И мы встречались как раз в Цоке, и тоже кучу-кучу ароматов взяли, целую коробку, сидели, нюхали, пробовали, пили чай, снова нюхали. И Марина всю дорогу говорила: девочки, нуаж, это просто пушка, это просто нечто, я уже весь флакон вылила, я сейчас себе еще один заказываю, да попробуйте, да он классный. Я его попробовала, думаю, да что же она с ним пристала, но взяла все-таки, заказала. Я еще выбирала между эпизод 19, потому что он тоже такой зелененький, но зелененький в плане вот какая-то вот яркая сочная зелень, знаете, такой прохладненький на лето, легенький, легенький, прям как облачко. И я все-таки думаю, попробую, Марина зря не скажет. Но это любовь, это просто невероятный аромат. Конечно, летом все, мне кажется, ищут такой легкий, такой динамичный, драйвовый аромат. И если их сравнивать, то вот этот может быть слишком насыщенный и яркий для кого-то покажется, а вот этот действительно идеальный. Но если хотите совсем легенькое прям, то это эпизод 19. И немножечко расскажу про абсолют. Он действительно абсолютно неординарный. И когда я его первый раз понюхала, я была немножко удивлена. Я стою в офисе тоже, нюхаю, говорю, что такое знакомое? И менеджер говорит: Кока-кола. Я говорю, действительно, он пахнет как лимонад, да, вот это ситро, кока-кола, очень-очень прям такой аромат. Я в него влюбилась, знаете, его не было на складе, я каждый день мониторила, и вдруг ночью открываю, и он появился на складе. Я его тут же заказала и на следующий день поехала, его забрала, один прям заказала, говорю, я его хочу, не могу терпеть, не могу ждать следующего месяца, я хочу, чтобы он у меня был срочно. Очень стойкий. Это селективная как раз композиция, необычный, он так долго по-разному раскрывается, но вот этот вот кока-кола, он вот присутствует на протяжении всего дня. Невероятные ароматы, конечно, они очень дорогие. Ну и смотря с чем сравнивать, я сравниваю с Oriflame, там были гораздо дешевле ароматы. Например, вот этот сейчас по акции, по-моему, 3200. По акции, так он дороже. А вот этот, по-моему, 1400 или 1800, да, такой вот. Но в то же время они стойкие и классные, такие долгоиграющие ароматы. А этот не помню, по-моему, я его по акции взяла. Вот, он 1400, да, я его по акции, а так он за 200 чем-то стоит. В общем-то, крутые ароматы, нужно пробовать и складывать свое впечатление. Крем, дневной крем. Я, знаете, что сначала испугалась, что здесь нет крема с SPF. Оказалось, есть. Несколько вариантов, есть подороже, средняя цена и подешевле. И вот по акции были два крема. Один 30 мл, а этот 50. И они были как раз 50% скидкой. А так как они не дешевые, по-моему, вот этот без акции 1700 стоит. Думаю, надо брать, потому что хочется пробовать эти крема. Я читаю составы, я в шоке. Такой крутой, дорогой, насыщенный состав. И что я почувствовала? Я уже первый получила, который 30 мл. Я, по-моему, его не показывала, потому что я много заказов делаю. Я просто не успеваю вам все показать. Во-первых, безумно классный формат, то что это флакон, не банка с крышкой, а флакон, и вот так открывается, то есть открыли, крышечка выехала, закрыли, открыли, нажали, крем выдавили, все. Я пока не буду открывать, тут растительные пептиды в составе, и в том тоже пептиды, но он невероятный. Его, во-первых, нужно маленькую каплю, он распределяется плавно по лицу, растекается, и сначала он такой немножко маслянистый, я его чувствую, очень быстро все уходит, и кожа просто гладенькая, ровненькая. Слушайте, удивительные продукты. Думала, что никогда не найду ничего лучше, чем вот в Oriflame серия Novage. Оказалось, что есть крутая продукция, которой пользуешься и видишь результат очень быстро. Так, здесь у меня много вот таких пакетиков. Тоже, знаете, вот чаты, это, конечно, наши помощники и наши подстрекатели.
Я не планировала, вообще не планировала покупать вот эти шарики. Я как-то положила в корзину парочку пачек, думаю, может, кому-то деткам подарить так, или ну, племяшки приедут, их угощу. Потом я их удаляла, и вдруг в один день в чате начали все писать: девчонки, а вы видели, а вы пробовали хрустящие шарики с какао-маслом, никаких шоколадок не нужно, это так вкусно, безумно, и детям, я сама вместо конфеток их ем. То есть это как здоровый перекус. Смотрите, это хрустящие шарики в шоколадной глазури на какао-масле, вкусный супер питательный перекус для растущего организма с правильным заменителем сахара палатинозой и пребиотиком лактулозой для бережной заботы о микрофлоре кишечника, помогает нормализовать пищеварение. Кстати, да, заметила, я уже одну пачку кушала с удовольствием с чаем. Действительно, это вкусно. Снаружи это как шоколадный шарик, и на вкус прям шоколадик такой вкусненький, а внутри как будто бы, знаете, злаки, такие вот воздушные злаки. Вкусно. 10 пачек сразу заказала, думаю, вдруг их разберут, надо брать. Слушайте, но это гораздо выгоднее, чем шоколадка. Получается, они по акции 130 рублей. И это надолго хватает. Сколько здесь объема у нас? Сейчас я скажу вам. 70 грамм. Но так как это, тут несколько шариков, пьешь чай, несколько шариков достаточно, съедаешь и все. Или просто так съела, водичкой запила. Вкусно, полезно, здорово, здорово. Так что пробуйте. Их очень много разных. Есть тоже топивишки вкусные, витаминки полезные. А есть еще в сиропе, глазированные в малиновом сиропе. Вот я тоже еще не открыла, но взяла племяшкам. Они не приехали. Открою себе и съем. А, мармелад. Мармелад раз. Мармелад два. Мармелад три. Здесь у меня мармеладик. Персик, манго. Я такой уже брала. Очень вкусный. Очень. Он с биотином. Это для красоты. То есть для волос. Это релакс мармелад, карамель. Вкуснейший, просто вкуснейший мармелад. Он такой прям вот карамельный вкус. И персик, манго еще раз. То есть два. А где у меня апельсин? Я еще хотела. А, его не было на складе. Да, апельсинчик разобрали. Дальше. Хронолонг. Это синхровитал. Сейчас начнете. Биологическая защита суставов. Это синхровитал. Для того, чтобы восстановить суставы, снять боль и так далее. У меня сейчас дочка пьет эту банку, я себе заказала тоже. Потому что у меня как бы суставы, это не как-то вот бывает, да, у кого-то как ахиллесова пята. У каждого свое, у кого-то там давление глючит, у кого-то еще что-то. У меня суставы периодически, да, что-то там, то тут хрустнет, то там, то коленка заболит, то забедренный, то плечо у меня болело. Хорошо, что сейчас это в прошлом. Поэтому я себе тоже заказала. Так, дальше корень. Корень и эльбешен. Это два волшебных продукта. Я, кстати, хотела записать видео, но, по-моему, я так его и не записала. Я делала маску с корнем. Вы знаете, у этого бальзама настолько много, такой широкий спектр действий, что можно с ним делать. Там и при простуде, и какие-то боли в мышцах, и головные боли, и зубная боль. То есть все на свете. Но тут, значит, в чате снова пишут: девочки, а вы пробовали маску из корня делать? Попробуйте, это же супер, какие волосы. Так, Донскова сидит и думает, начинается. Откуда они все это берут? Как они узнали? Девчонки сами придумали, почитали состав и решили так, что раз они репейное масло, касторовое там, да, с разными масла втирают в кожу головы, и есть классный эффект, волосы укрепляются, кожа головы смягчается. А у этого бальзама такой состав, что грех не попробовать. И я тоже попробовала. Действительно, волосы невероятные. Во-первых, они стали такие мягкие, пышные, чистые. Дольше даже были такие не грязные. Как, да, обычно, там, если маску сделать, то два дня, и на третий надо обязательно помыть. Здесь же я прям очень долго ходила. А какой аромат! Вот этот аромат хвойного леса. Супер! Ну, а эльбеншен — это флоросептик, кстати, суперский. Можно полоскать просто
как ополаскиватель для рта, полоскать горло, у кого пролежни обрабатывают, то есть раны, ожоги и так далее. Что мы сделали? Мне Миша говорит: слушай, что-то у меня на голове непорядок. Посмотри, прям вот на затылке здесь. Я разгребаю волосы, я в шоке. У него вот такого размера пятно, пунцового красное, такое воспаленное и коркой покрыто. Знаете, наверное, вот это как выглядит псориаз. Я прям испугалась. Я говорю: мамочки, кошмар, что делать? Я остановилась, подумала: так, что делать? Я ему сказала: пей новамин каждый день. И давай, говорю, буду тебе обрабатывать ЛБшину. Вот почему я и заказала сразу флакон, потому что я сразу обработала, да, ватным диском все промочила хорошо первый раз. Второй раз стала делать, через несколько часов уже погасла краснота. Я говорю: слушай, уже нет красноты такой. Потом все меньше, меньше. Сейчас красноты нет, но корочка еще чуть-чуть отходит, и мы продолжаем мазать. Слушайте, вот прям буквально два раза, и вот эта краснота, воспаление, все ушло. Я в восторге. Ребята, ЛБшин, запомните, его называют волшебник. Просто почитайте о нем в описаниях. Если не найдете, напишите мне, я вас добавлю на канал. Кстати, ссылка на канал есть в описании под каждым роликом, и вы почитаете, сколько вот про корень и про ЛБшин. Я считаю, что вот эти два продукта нужно в каждый дом. Это вот как палочка-выручалочка на всякий случай. Вдруг что? Вот первое, к чему я обращаюсь, я сразу открываю список, что, на что они влияют. То есть здесь вот все, и геморрой, кстати, и воспаление, и так далее, и так далее, и так далее. Все, поехали дальше. Ну, наверное, вы все смотрите на мои волосы и думаете: ну что ты, Донскова, начала пользоваться шампунем или нет? Да, все-таки победило любопытство. Еще у меня в запасе штук 7 шампуней от Oriflame, но я думаю, мы все равно их измоем, потому что шампуни мне нравятся, они прикольные, интересные, но хочется попробовать, чтобы уже вам рассказывать. Дочка заказала себе восстанавливающий шампунь, а я заказала для объема, мне порекомендовали. Почему, сейчас объясню. У меня волосы, их много, и они плотные, пористые, и если их что-то утяжеляет, то это, ну, это все равно что голову не мыло. Дочка заказала восстанавливающий, я помыла им волосы, и что вы думаете? Вот такое чувство, что вот, ну, грязные волосы, ну, как будто липкие даже. Я их промывала, вроде бы я прям чуть-чуть. Он, кстати, очень концентрированный, такой интересный, даже на вид он сильно отличается от всех шампуней, которые я пробовала. Он как будто какой-то, знаете, такой плотный, он прям стоит как желе, то есть он не такой, что вылило как гель или жидкое мыло, да, а вот или как вот обычный шампунь. Он такой густой, интересный. То есть восстанавливающий мне не подошел. Хотя для волос вот как бы хорошо, они не пушатся, они такие гладкие, ровные. Но вот здесь вот, ну прям вот все, объема нет. И тут я, значит, думаю, попробую для объема. Мне девчонки сказали: значит, тебе нужен объемный, он полегче, и он как бы, ну, хорошо. Вот сегодня второй день, при том, что вчера мы были на берегу Волги очень долго, на улице, и трепало, ветер был сильный, волосы трепало во все стороны. Но что я заметила? Действительно, вот этот объем, они также вот по ощущению, да, есть прям как будто защита на волосах, они другие, они какие-то более плотные, но они так хорошо лежат, они такие интересные по качеству. Самое главное, что они не упали как вот блин от восстанавливающего шампуня. То есть этот мне очень понравился, и я взяла себе увлажняющий кондиционер, потому что волос сухой, пережженный, и чтобы его восстанавливать, ну вот как видите, да, качество волос, то есть они стали гладкие, такие вот ухоженные, плотненькие, блестящие. То есть я в восторге. Два взяла, один закрытый, а этим я уже попользовалась. Но решила открыть, чтобы сразу попробовать и вам рассказать уже, какие результаты. То есть этот мне подошел супер, прям нравится. Так, что ты здесь стоишь, иди тоже на стол. Так, что здесь еще у меня? Две коробочки Йохимби и сибирский женьшень. Это для энергии. А медвежьи ушки и брусника очень хорош для тех, у кого там проблемы с почками, кто отекает, да, вот отеки прям снимает очень хорошо. Далее, зубная паста с прополисом, сибирский прополис. Сейчас он был по акции, поэтому я взяла, мне нравится чередовать разные пасты, то одну, то другую. Знаете, в какую я сейчас влюбилась? С лавандой. Если вы не пробовали пасту с лавандой,
то вы еще не видели чудесной самой пасты на свете. Вот попробуйте, она невероятная. Просто мне так нравится. Такой аромат, знаете, прям во рту, как будто вот разжевала лаванду. Так приятно, так вкусно. Ну, если вам, конечно, нравятся такие ароматы. Так, дальше. Ну и там, конечно, перечень, как ухаживает за полостью рта, за деснами, чтобы не развивались разные, да, проблемы. Потому что за зубами надо следить. И мне нравится, что паста здесь с высоким процентом натуральности. Вот, например, прополис 98,7% натуральности. Удивительно рядом. Так, заказала какой-то восстанавливающий бальзам. Кстати, они вот просто шли по акции. Два берешь, там дополнительная скидка. Я думаю, так, восстанавливающий бальзам. Он всегда нужен. Для чего он нужен? Для чего? Не знаю. Просто восстановить что-то, да? Может быть, после ранок, после ожогов. Не знаю, надо будет почитать. Не хочу его сейчас открывать, потому что много всего открыто. Кстати, вот этот корень, он идеальный. Нет, вот этот. От комаров и мошки. Представляете, прочитала недавно, что можно им просто натереться, и комары и мошки уйдут. А вот этот эпамчик номер 7, кстати, и, по-моему, корень еще и от клещей. То есть вы можете капнуть на своего животного, да, капельки там на грипп, пойти гулять, и клещи будут разбегаться, и себе тоже, потому что укусы клещей, они могут быть смертельными. А эпам 7, он противовирусный. То есть под язык 10 капелек и пошли. Сейчас опять какой-то очередной, да, штамп гриппа объявили, поэтому в носик закапали, под язык закапали. Я с собой в дорогу возьму эпамчик, кстати, сразу отложу, чтобы не... Ну ладно, пусть пока тут стоит. И эпамчики 11 у нас в особом ходу, потому что это для кишечника, для улучшения пищеварения, для восстановления микрофлоры кишечника. И эпамы — это вообще волшебные, оказывается, такие продукты. Их просто можно пить постоянно, разные. Есть гинекологические, есть неврологические, есть вот для пищеварения, для печени. То есть их много, они разные, и они, их, наверное, штук 9. И они все очень эффективные, просто их нужно пить продолжительное время. Вот такого флакончика хватает на один месяц взрослому человеку. Сейчас я вам покажу, как это выглядит. Это вот просто капельки. Перед применением нужно потрясти, накапать в ложечку, вылить под язык. И все. И все будет готово. Да, вот здесь они как раз все показаны. Да, 9 штук, 9 эпамчиков. И каждый отвечает за свою зону, да, за свое место. Чтобы вам сказать, да, ну здесь вот экстракты пчелиного маточного молочка и прополиса, и у каждого свой дальше идет состав. Не будем на это тратить время, потому что все равно составы никто не запоминает. Лучше открыть сайт и почитать полностью все описание, состав, как пить. Вот у меня папа прям каждый раз: так, эпамчик не выпил? Нет, еще не выпил. Так, когда пьешь, мне скажи, чтобы был. Дальше пик. Пик — это мой любимчик, природный инулиновый концентрат. Это порошок топинамбура. Кто знает, что такое топинамбур? Очень полезный овощ, наверное, все-таки, да? Такая картофелина, из которой можно делать салат, суп даже варить. То есть благодаря чему выживали люди в войну, топинамбур, он содержит в себе столько всего полезного. И, кстати, у кого диабет, обязательно пить топинамбур утром. Кофейную ложечку или пол чайной ложечки с водичкой развести и выпить. Можно детям давать, но детям, особенно если это маленькие, им нужно настоять и процедить, потому что там попадаются крупные кусочки топинамбура, чтобы дети не поперхнулись. То есть вы им сцеживаете этот настой, даете выпить. Так, и это еще не все. У меня же две коробки здесь. Сейчас я вам покажу, что у меня здесь. Чаи. Так, чай «Женская гармония» номер 2. Та-да-да-там. И еще один должен быть. А почему у меня они... Да, вот они. «Женская гармония». Один под заказ. А два идут вот к этим кубикам. Давно я вам не показывала эти кубики розовые.
это витамины для волос и ногтей. Представьте себе, вот такая вот большая коробка, рассчитана на 30 дней. Девчонки, кстати, в чате уже пишут, я еще не пила, только вот сейчас планирую начать пить. Девчонки пишут, что у кого-то через 2 недели уже мощные результаты, то есть волосы перестают выпадать, начинает расти пушок, у кого-то на 2-й пачке начинает это проявляться. Но это же нормально, все разные, разная степень запущенности. Но что интересно, вот такая пачка стоит всего 1050 рублей, а сейчас по акции до конца мая идет подарок, чай «Женская гармония», который тоже стоит 10 рублей. Представьте, какое выгодное предложение — взять вот такие крутые витамины и еще запастись самым вкусным чаем, который вот я все перепробовала, мне кажется, уже чаи, и я считаю, что вот этот самый-самый вкусненький, я его пью с удовольствием. И когда вот кому-то завариваю, чтобы угощать, все такие: вау, какой вкусный чай, там 30 пакетиков, и он очень концентрированный. Что еще? Конечно же, валериана и мелисса. И, кстати, одна палеточка только, а вторую я отдала маме. Мы с ней делим пачку напополам, потому что все равно его много не нужно, как бы даже не каждый день пьешь. Но я иногда пью на ночь, когда чувствую, что мозг не останавливается, продолжает думать, и я не могу уснуть. Я тогда беру одну прям капсулку, выпиваю и сплю как ангел просто. Взяла мицеллярную воду попробовать для снятия макияжа. Готовлюсь к тому, что скоро закончатся запасы из Oriflame. Вот моя любимая двухфазка. И думаю, надо что-то здесь попробовать. Подойдет, не подойдет. То есть мицеллярная вода в любом случае пригодится. Но если она еще и снимет мой макияж, то ей просто не будет цены. Кстати, она такая большая. Сейчас я ее попробую так открыть. Так, открывайся, посмотрим, какая она. Ой, ну-ка. Тоже, слушайте, она и тут запечатана, все надо искать, где же ты открываешься. Вот, то есть мы вот так открываем, все равно же себе, и здесь, ага, вот так вот мы нажимаем. И дырочка, что, слушайте, как удобно, что не надо откручивать крышечку. Как я люблю все, когда вот чик-чик-чик, все герметично, все закрыто. Здесь упаковки, конечно, обалденно сделаны. Не чувствую аромат никакой, но буду пробовать. Рассказывать, интересно вам мои как бы впечатления от продукции, как она работает или не работает. Вот что я хотела. Я, кстати, уже покупала, но отдала Мишиному папе, чтобы он после ожогов восстанавливал кожу. Это гель с пантенолом. Если вдруг у вас, да, есть проблемы, нужно восстанавливать кожу, то вот классный гель, очень сильный. И после загара, если вдруг обгорели, то надо мазаться чем-то таким вот. И это еще не все. Не могу вспомнить, откуда у меня тени. Они шли к чему-то в подарок. Наверное, я еще что-то забрала. По-моему, я аромат вам один не показывала. А может, показывала, не помню. Enigma тени. Я уже одними пользуюсь. Слушайте, ну они прикольные. Они, во-первых, стойкие. Их вот нанесешь все на весь день. Во-вторых, они очень легкие. Их не чувствуешь на глазах. То есть нанесла пальчиком, растушевала, никаких кистей, ничего не нужно. И я думаю, в дорогу мне нужно одни светлые, одни темные, чтобы не тащить с собой там трильяж, да, с тенями. Они такие красивые. Я их, естественно, уже видела, я их попробовала в Москве. У них такой вот какой-то золотисто-бежевый оттенок. Они крутые очень. И вот их наносишь, и надо тут же быстренько пальчиком раз-раз-раз-раз-раз. Все. Потому что если чуть-чуть протянешь, они встанут, и их уже ничем не растушуешь. Все, они будут пятном. Очень красиво. Не знаю, вам видно или нет, но вот на лето под загар, вот под, ну, легкое такое вот сделать нюдовый макияж, прям идеальный вариант. И что-то еще я вам не показала. Вот. Заказала, значит, я солнцезащитный крем. Один уже у меня стоит наверху. И думаю, так, я сейчас еду в Узбекистан, там, наверное, будет пекло, посмотрела, плюс 40. Кстати, у нас уже туда уехали некоторые заранее, говорят, что нет, 28, очень комфортно, не жара, не умирают они там от жары. И я думаю, так, я уеду, один надо дочке оставить, один себе. Заказала,
Тут, значит, нам приходит письмо и пишут: ребята, когда вы приедете, вас ждет подарок, и в нем будет солнцезащитный крем, с собой не берите. Представляете? То есть я уже заказала, а там меня уже ждет солнцезащитный крем. Какой классный сервис. Все, вот, все показала. Вот это заказище. Скажите, класс, сколько всего полезного и сколько всего нужного и классного. Я, честно говоря, кайфую от продукции, от того, что я вот что-то покупаю, и это все в пользу, это все съедается, ничего не выкидывается, все нравится, нравится натуральность, нравятся составы, нравится результат по здоровью, по красоте. В общем-то, супер! Если у вас еще вдруг нет карты клиента или вы не оформлены в компании Siberian Wellness, то прямо под видео в описании будет ссылочка. Перейдите по ней и оформите себе либо карту клиента, либо как бизнес-партнер. И так можете сделать, потом можно перейти туда или туда. Или если есть у вас какие-то вопросы, напишите мне. Можете в WhatsApp написать, телефон тоже, ссылка на WhatsApp есть под этим видео. Или просто, когда вы зарегистрируетесь, я вам сама напишу или сразу позвоню. Многие, кстати, не верят, что я звоню, а вы верите? Но проверьте. Спасибо вам за внимание. Я вам желаю крепкого здоровья и хорошего настроения. И до новых встреч. Пока-пока.